Здравствуйте, мое имя Анна, и я родом из Украины. Сколько себя помню, я всегда рисовала. Это были альбомы, школьные тетради, стены, столы, одежды, все, к чему я могла прикоснуться. И если ничего под руками не было, то я рисовала в своей голове. Это было мое безопасное пространство. В своих работах я говорю с этим миром, то, как я вижу окружающее себя пространство, то, что я чувствую и чем хочу поделиться с людьми. Я пишу быстрыми, резкими мазками в фэнтезийном стиле. Это мои чувства, состояния, которые я передаю на холст. Хочу представить свою новую работу «Жизненный путь». В нашей жизни мы стремимся к своим вершинам. Мы ошибаемся, иногда теряем путь, иногда нас не оставляет ощущение падения в пропасть. Мы унываем и разочаровываемся, но в каждом из нас живет тот свет, благодаря которому мы наполняемся необъяснимой энергией, и в душе просыпается надежда. Как птица Феникс, возрождаясь, мы снова и снова ощущаем в себе необъяснимое желание любить, творить, мечтать и делиться своим теплом, теплом своего сердца, ярким светом своей души с людьми, которые, как и мы когда-то на своем жизненном пути, ощутили усталость и безысходность. Совершенствуясь, мы все больше и больше открываем свое сердце, наполняя смыслами наш жизненный путь и все вокруг. Любой, кто увидит эту картину, сможет найти свой смысл. И это мой путь. Спасибо.